16 июня в Медицинской академии имени Георгиевского прошел семинар профессора Евгения Верещагина на тему «Функциональное питание. Новые технологии. Перспективы развития». Рабочая поездка – это обмен информацией, обмен опытом в очень динамичной развивающейся отрасли. Это функциональные продукты питания. В настоящий момент это чрезвычайно перспективное направление, позволяющее действительно реально воздействовать на течение даже очень тяжелых, даже неизлечимых заболеваний. Доктор Верещагин – эксперт Росздравнадзора и ряда инновационных и венчурных фондов в области биологических наук и фармакологии.